Ну что, настал этот момент. Прошло буквально 2 дня, как Кира и Саша приорити имейлом, хотел сказать, приорити почтой, получили наши гринки. Я вот могу ее прощупать. Она где-то здесь. Круто, круто. 21 числа было написано, что оно заапрувлено. 27-го. 26-го. 26-го мы получили эти уведомления, ноутисы. И еще спустя 2 дня сами карточки. На лиду ничего так и не пришло. Ни уведомления, ни карточки, естественно. Вот. Поэтому сейчас будем открывать. Давай, помогай. На меня? На Киру? Дай мою мне. Все, тогда тебе ну, Киру. Хорошо, на Киру. Да. На меня-то нету. На тебя-то нету. Там нос. Так, а, вон бежит. Ты помнишь. Sensitive data. Не. Что там? А сейчас фиг. А сейчас фиг, да, там просто. Извините, мы передумали. Прикинь, если там не гринка, а... ID-шка. И ID, да. Да, кстати, похоже на ID. Да ладно. Welcome to United States. Да? Да, вот. Ты считаешь, что ты... А, United States permanent resident. Что ты только въехал и заехал. Тебе сразу говорят, что надо сделать, чтобы стать гражданином. Если кого-то это интересует. Вот. Короче, я не знаю, вот здесь... Ну, судя по цвету, наверное, гринка. Ну, вот так. Это улыбка такая. Ну, к сожалению, более детально карточку показать не могу. А это что? Острый тут, короче, написано, видишь, смотри, уголком таким волной. Малиновская Кира и дата рождения. Да, там очень много степеней защиты, она выглядит реально круто. Но это уже посмотрите. Погуглите в интернете. До 30-го года она теперь будет, эта карточка, действительно. Да, там есть срок годности? Да, card expires до 30-го года, а residence since 20-й год. На 10 лет? Ага, то есть они рассчитывают, что за эти 10 лет ты в течение 5 лет можешь уже податься на гражданство. Или можешь не подаваться, и потом будешь продлевать, я так понимаю. Подавать снова документы на грин-карту, наверняка. Ну, короче, на renewal. Здесь написано, use this tear-off portion to speed your application for an extension or replacement. Да, да, да. Клёво. Тебе не надо, Дэйв. Ты чистокровный. Все. И мою. Я тут достал свою карточку и немножечко офигел с этого, со своей фотки. Мы тут, да, вот с Лидой смеемся, потому что, по-моему, я делал даже репортаж, насколько тяжело было сделать нормальные паспорт сайз, да, фотографии здесь. Мы там заморачивались, и там и фотошоп, и не фотошоп, как этот белый фон сделать, как все сделать красиво. А в конечном итоге фотка на саму карточку пошла та... Когда мы, я предполагаю. Когда мы приезжали сдавать отпечатки пальцев. Да. То есть ты вообще там был какой-то сонный, лохматый и так далее, приехал просто... Непонятно, что туда пришел. Да. Ты приехал туда отпечатки пальцев сдавать. Да, там тоже фоткали тебя, но это я так думал, что это просто проходящее фото. А на карточку пошло именно оно. А куда пошли вот те все красивые? Я бы тебе сказала, куда. А, жестяк.